Приветствую всех, друзья, меня зовут СПТ, и вы, как всегда, на канале Не Спит. Сегодня у нас 27 августа, 3 часа ночи, магазин вот-вот обновится, поэтому самое время прожать лайкос и не забывать указывать тег автора Team50, когда будете в игре. Погнали! Ну что, погнали! Чем сегодня нас будет радовать? Уберут Marvel, может? А то вкладок уже столько, что, блин, не помещается. Как же долго нагрузит, а? Каждый раз. Поднимаемся на самых верх. Вкладок нифига не меньше. Но у нас новинка. Прикольно, скины движутся. Рекомендуемый комплект «Искусство преступления». Прикольно движется. Мародер и налетчица. Два скина под 1200, а в комплекте это у нас 1800. Чё по стилям? Это прям то, что я думаю. Это прикольно. 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 У нас теперь есть реально нормальный способ. Куда за санду... Ух ты, классно. Классно. У нас теперь есть реально куда граффити использовать. И чё, и куда можно это делать? А это что такое? Насыщенность, уровень прозрачности. Масштаб. Ёп, ещё и с масштабом можно поиграться. Боже, сколько можно скины эти собирать. Типа такой полувялый сделать рисунок. Цвет, типа черно-белый, либо цветной. И можно и с размером поиграться. Ля-имба. И куда тут можно собачить? Куда угодно. Прикол. На ноге. На затылок можно. Прикольно. У кого граффити много, теперь это хоть можно использовать. Как-то вместо бэкпека можно фигню насобачить. На ногу. Блин, кайф, кайф. А это что такое? Ух ты ж, это что, внешний вид? Куда это? А, я понял. Это вот эта часть. Все, я понял, что это. Понял. Дальше что, головной убор? Почему он закрыт? Ушки. Так, ну головной убор, только кепка, ничего. Ну и капюшон, ничего. Ну, блин, почему капюшон с ушами? Можно капюшон без ушей? Ладно, это что? Эпитимба. Вот это имба, почему черного нету? Ладно. Это что дальше? Цвет костюма. Блин, кайф. А почему? Ага. Цвет костюма. Ля, по кайфу. А это что, цвет аксессуаров? А, вот эти вставки. Блин, по кайфу. Слушайте, мне нравится. Цвет костюма. Почему черного нету? А, угольный типа черный, да? Да, угольный типа черный, окей. А тут есть этот угольный? Да, здесь он такой темно-серый, я понял. Прикольно. Почему головные уборы только заблочены? Интересно, задания какие-то или что? Прикольно. А ну-ка, деваху давайте глянем. Ну, понятно, тут все то же самое. Куча всяких рисунков, мне интересно. Как она выглядит? Головные уборы, во-первых. У нее еще больше уши. Уши еще стремнее выглядят. Ну, остальное все по такому же принципу, да? Ага. Блин, по кайфу. По кайфу. Это классно. А, и в комплекте нам еще фигачат огромную почку граффити, да? А это что? А, это вот задание, да? А это задание получить граффити из стиля для мародера, выполнив эти задания. А это, собственно, задание, чтобы открыть вот эти уши, да? Ну, не уши. Да, капюшоны. Понял. Блин, это круто. Вот это класс. Это хорошие скины. Мне прям заходят магазин. Этот обновился в телеге у меня магазин. Классная тема.
1200 отличный скин. Ну вот они, видите, мелькают, да, и крутятся, и показывают, что можно из этого сделать. Прикольные штуки можно сделать, реально. Можно что-то такое освоить. Мне чем нравится такая тема, что ты можешь прям под себя сделать что-то супер уникальное, используя все свои граффити. Там, если вы давно играете, у вас тех граффити должен быть миллион. Очень круто. Прикольно, прикольно. Хороший скин, хороший. Так, дальше это у нас по игре Battle Breakers скины, которые 1000 раз выходили. Ничего особенного, ребят, в них нету. Кроме вот этого бэкпэка. А так, все достаточно и вам известно. И заострять на этом долго внимание не будем. Сафари. С кайфовым темным стилем. У него был этот стиль? Не написано новый стиль? Что-то я не помню этот стиль. Симпотно. Хотя был. Все, теперь вспомнил. Я татухи увидел, вспомнил по татухам. Да, кайфово. Вот так вот. Вот так топчик. Нормуль 1200, комплект 1500 с нормальными кирками и средней оберточкой. Дальше это Осина, отличный скин тоже, за 800 хороший скин. Это Мгла за 2к, наверное, сейчас не советовал бы ее, конечно, но в свое время это, конечно, легендарно. 4-й сезон, легенда скин. Мотылек, дельтаплан, который достаточно часто в последнее время стали закидывать. Неужели он такой популярный, что они его закидывают? Окей, эмоции. Сладкая поход, лихорадка, извините. Посидим. Топ эмоция. Топчик. И чух-чух. Эмоция пар... не парная даже, а сколько угодно людей у вас вагончиком, вот как на картинке, цепляется, и вы вот паровозиком шуруете. 600 в передвижении. Топ. Это топ. Джон Сина остался, остались ВВЕ, остались то, что у нас вчера были пришельцы. Трон, весь Марвел, миллион скинов Марвела. Все еще здесь. И пошло у нас опасный номер. Сейчас постараюсь чуть медленнее. Вдруг они какую-нибудь вкладочку сюда добавили. Что маловероятно, но всякое бывает. Вроде все то же самое. Отряд тот же самый, понятно. Паки. Паки. Вот этот пак был? Призрачные легенды. Был, по-моему, да? Или не был? Что-то я не помню, что призрачные легенды были. Ну, в любом случае, пак хороший, ребят. Я думаю, вы его прекрасно знаете. Особенно вот этот скин мне нравится. Хороший. Пак неплохой. Призрачные легенды. Что-то я не помню, чтоб они были. Это все помню. Не помню. Может, глаз замылилось. Просто у нас столько вкладок, что уже что-то упустить вообще изи. Друзья, тег автора Team 50. Если что-то приглянулось, не забывайте указывать. Не забывайте подписываться на канал и приходить на трансляции. Воскресенье стрим, как всегда, вечерком. Буду рад вас видеть на Твиче. Всем спасибо за просмотр. Пока.